Для любителей танцев и активного образа жизни нет преград. Во вторник вечером сотрудники молодежного центра организовали мастер-класс по брейк-дансу на площади Пушкина, прямо под открытым небом. У нас появился специалист, который владеет этой технологией. И вот мы вышли в народ, чтобы рассказать об этом. Как показывает практика, для молодежи это интересно, это опасно. Все, что опасно и все, что запрещено, для нашей молодежи это актуально. Замысловатые движения действительно подействовали на молодежь. «Жизнь – это возможность» – под таким девизом прошло мероприятие. Возможность выучить несколько движений молодые люди и девушки не упустили, даже несмотря на надвигающийся дождь. Специалистам центра удалось пробудить интерес молодежи к такому необычному танцевальному стилю. Всякие флипы, все вот эти трюки, вертушки на руках, там на голове стойка. Очень много интересных трюков всяких. Я хочу пойти туда же. Очень интересные движения, ритм, динамика. Все очень классно, спасибо организаторам. Подобные фитнес-разминки, обещают организаторы, не будут носить единичный характер. Спорт, свежий воздух, дружеская обстановка – в общем, сплошной позитив. А что еще нужно молодежи? Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.